Всем привет, ребята, с вами канал Crypto Club. Сегодня разговариваем о проекте Libra Credit, официальный сайт librakredit.io. Пожалуйста, будьте внимательны. В общем, это кредитная система на блокчейне, да, вот, построят они свою экосистему на базе блокчейна Ethereum. Я уже снимал по нему один обзор. В этом обзоре хочу посмотреть команду, вот, познакомиться с ними более подробно, с лидерским составом именно, да, вот здесь вот 8, 12, смотрите, 15 человек в команде представлено, еще адвайзеров 7 человек, вот, ну и также инвестора здесь есть, да, которые в частной продаже участвовали, вот, которым достались токены проекта. Так, ну, собственно, куда я полистал. Давайте познакомимся с вот здесь два сооснователя проекта, да, это Лухо и Дэншафт. Вот, у всех есть профили в LinkedIn, и посмотрим, так, чем же вот Лухо вот занимается вообще, да, где он работал, его профиль, смотрите, учился в Колумбийском британском университете, вот, и работал в PayPal, он строил свою карьеру, а затем начал работать над созданием Libra Credit. Вот, то есть из одной как бы финансовой компании, да, он решил, что нужно вот создать такую интересную кредитную систему на блокчейне. Вот в 2017 году, с декабря 2017, да, вот в Сан-Франциско организовали они Libra Credit. Также до этого он, смотрите, он был генеральным директором MoCredit 6 лет, да, вот эта компания в Китае работала больше 30 миллионов пользователей, она обслуживала. И с 2008 вот по 2011 год он работал в PayPal, причем, смотрите, да, был сначала менеджером по транзакциям, вот, и по продуктам. Затем был глава банка, собственно, трансферной платформы, да, также продуктовым менеджером. Смотрите, 15 месяцев проработал он, да, в этих должностях, и затем стал главой по платежам, как-то так, главой основных платежей в Китае. Вот, это что касается его карьеры, здесь еще есть некоторые сведения, да, а вот в PayPal он, собственно, с января 2006 вообще, вот до этого еще работал в двух компаниях, собственно, с 99 года, да, начал свою деятельность, свой опыт работы. Что у него здесь еще интересно, здесь рекомендации представлены, да, полученные о нем, собственно, да, рекомендации, и он рекомендации также дает, вот, и представлены у него здесь интересы, вот, PayPal в том числе присутствует, да, и Стэнфордский университет, ну, еще, конечно, много чего другого. Так. Давайте посмотрим президента компании, это Дэншафт, сооснователь, да, что у него в профиле в LinkedIn. Вот, так, что мы видим, ну, много у него друзей, больше 500 контактов, да, смотри, также учился в Колумбийском университете, вот, в Нью-Йорке, и вот эта компания Gift to College, да, у него прямо в профиле сразу ссылка на сайт, вот он представляет также эту компанию. Так, ну и посмотрим, есть у него вообще здесь компания наша, либо кредит, да, либо нет, здесь вот Gift to College с 2018 года, да, еще здесь несколько компаний. Вот Libra Credit есть, да, видимо, что он сооснователь, да, и президент этой компании.
Вот, ну, здесь немножко, собственно, описано, что это за компания, что кредитная компания, экосистема на блокчейне эфириум будет организована, да, и его опыт, смотрите, был коммерческим директором, да, вот этой вот компании. Что еще? Здесь ссылки, кстати, сразу представлены, можно их прямо... Ссылки на медиаресурсы о нем, да, что он действительно он занимал эти должности. В GM работал, смотрите, в PayPal тоже работал, то есть, видимо, они вместе работали в PayPal, да, со вторым сооснователем Лухуа, и решили вот организовать свою компанию финансовые инновации. Здесь он разрабатывал в PayPal, вот, и представлен здесь еще его опыт, он опыт у него с 98 года, то есть достаточно опытный уже человек, да, президент, и вот смотрите, три университета закончил, Колумбийский университет, просто по двум MBA, да, закончил, что, в общем, бизнес-школу и международный факультет он также закончил, вот, и учился еще в университете Калифорнии в Санта-Барбаре, да, также был волонтером когда-то в Румынии. Это интересный опыт, и у него также представлены рекомендации, и он получил, и он о ком-то, собственно, представлял эти рекомендации, да. И посмотрим еще Ховарда Ву, это руководитель исследовательских работ, да, и вот еще с финансовым директором также познакомимся. Что у него, смотрите, учился он также в Калифорнии, да. Давайте посмотрим опыт работы. Вот он работает в Decrypt Capital, да, один из партнеров, в общем, вот, адвайзер в блокчейн Беркели, смотрите, до сих пор, да, и, смотрите, был разработчиком в Google в Калифорнии. Быть разработчиком в Google это очень дорого стоит. Вот у него здесь почему-то нет ничего про Libra Credit, но, видимо, просто не указал. Учился он, значит, в университете Калифорнии, закончил два факультета, да, собственно, проучился там 4-5 лет практически, да, вот, и интерес у него, а вот, ну, собственно, Libra Credit у него есть в интересах, поэтому... Я думаю, все окей. И посмотрим Карен Вонг, финансовый директор. Это, да, сейчас с ней познакомимся. И посмотрим профиль. Смотрите, у нее сразу здесь написано Libra Credit. Вот, где у нее здесь опыт. За ней, собственно, следят, отслеживают. Добавили в контакты больше 1000 человек. Вот Libra Credit у нее сразу на первом месте. В июле она присоединилась, в принципе, совсем недавно. И является финансовым директором этой компании. Была также, смотрите, главой по финансовым рискам, да, в компании Tofater. Также вот еще в нескольких компаниях была. Ну, в общем, везде она была директором по финансам, да, либо что-то связанным с финансами. И карьера у нее сейчас загрузится, страничка, собственно, здесь вот с 2004 уже в нескольких компаниях работала, да, страничка у нас вот загрузилась, она также работала в PayPal, то есть, смотрите, все у нас лидерский состав, они все работали в PayPal, да, и это хорошо, что они вот все вот практически из одной компании, и
теперь работают вместе, да, познакомились там, видимо, все всех устраивает друг дружку, собрали свою команду и работают. Вот, это добавляет больше доверия проекту, да, потому что они в PayPal, смотрите, когда работали еще в 2000-х годах, вот там в 2000, 2004, 2005 года, да, вот сработались, и теперь у них команда работает на полную катушку, я бы так сказал. Вот. Тем более проект, как я разбирал в первом обзоре, очень интересный. Поэтому будем следить за ним обязательно, да, за выходом их на биржу, да, посмотрим. Я обязательно подпишусь на обновление, на рассылку, если здесь есть, посмотрим, есть ли внизу. Да, конечно, здесь есть, можно подписаться на рассылку и слежу за ними в Телеграме, вот, потому что этот проект не очень интересен. Также призываю вас это сделать, и потому что, я думаю, его ждет большой успех. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Всем добра.